Всем привет! Сегодня на тесте у меня Bluetooth-колонка, я бы назвал ее бумбоксом компактным, но все же бумбоксом, потому что у нее есть ручка для переноски. Это у нас Ginzu GM984G. 20 Вт мощности, невысокая цена, о ней скажу чуть позже. Всякие прикольные фишки, очень достойный функционал. Поставляется колонка вот в такой вот коробке, а в комплекте у нас помимо самой колонки, конечно же, идет руководство пользователя, кабель для зарядки microUSB и 3,5-миллиметровый AUX-аудиокабель. Сама колонка выглядит вот так. Корпус, конечно же, пластиковый. Спереди у нас имеется металлическая защитная сетка. Она защищает два динамика. Тут стоит два динамика мощностью 10 Вт каждый. Итого получается хитрым математическим способом 20-ваттная колонка. Внешне и по ощущениям колонка, в принципе, выглядит очень неплохо. Пластик абсолютно нормальный. Есть ручка для транспортировки. Она действительно удобная. Но тут закрался один такой интересный момент. У нас есть два металлических ушка или штифта для того, чтобы можно было прицепить ремень и носить колонку на плече. Но вот в комплекте, как я уже показывал, никакого ремешка нет. Так что остается довольствоваться только ручкой для транспортировки. Спереди у нас находится два динамика, как я уже сказал. И если присмотреться внимательно, то видно, что у них выпуклый круглый центральный колпачок. То есть, скажем, такой ретро-дизайн. В то время как многие производители любят ставить какие-то броские по внешнему виду излучатели. Там, например, с плоской центральной чашкой или с какой-то хитрой интересной. Но в данном случае поставили два таких простеньких динамика. Но, как я уже покажу вам чуть позже, они дополнительно подсвечиваются подсветочкой разноцветной. Но опять же, посмотрим на чуть позже. А пока хотел бы показать вам боковые пассивные излучатели. Они твердые, с огромным мягким подвесом. Такое ощущение, что пошла вот эта модная такая тенденция у всех производителей ставить огромные и с очень мягкими подвесами пассивные излучателя. Спереди динамики, по бокам пассивный излучатель. Вполне стандартная схема. Сверху у нас находятся мега удобные кнопки управления. Они резиновые, такие прям жесткие, но в то же время приятные на ощупь. И интерес заключается в том, что здесь кнопки не просто кнопки, но вдобавок еще имеют и подсветку, которая носит какую-то смысловую нагрузку. Вот, например, это у нас индикатор оставшегося заряда. Четыре точечки. Но лаконично, не оригинально. Можно найти других производителей, которые тоже используют такой способ отображения заряда оставшегося. Но, согласитесь, все равно достаточно прикольно. Это у нас кнопка питания отображает, является индикатором текущего режима, индикатором работы. Сейчас он мигает, потому что у нас включен модуль Bluetooth. Он пытается найти устройство, с которым можно было бы спариться. Но смартфон у меня выключен. Кнопкам управления, в принципе, все было бы стандартно. Есть кнопка питания, кнопка переключения режимов работы, о них я поговорю чуть позже. Кнопка play и регулятор громкости, совмещенные с переключением треков. И все было бы стандартно, если бы не была одна интересная кнопочка. Это режим TWS, то есть True Wireless System. Я заметил такую интересную тенденцию у производителей. В последнее время практически во все колонки начали пихать TWS-режим. Что это такое? Это значит, что если вы купите две одинаковые колонки, ну, в данном случае такую же 984-ю, поставите их рядом, включить их одновременно, там в инструкции все написано, что надо делать, и сможете их соединить друг с другом с помощью этого TWS-режима, а потом одна из этих колонок уже коннектится к вашему, например, смартфону или планшету. И колонки работают независимо, каждый озвучивает свой канал, левый или правый. И получаем таким образом True Wireless System, то есть полностью беспроводную стереосистему. Как я уже сказал, многие производители ставят этот функционал даже в недорогие колонки, в данном случае вот эта колонка, она недорогая, и у нее тоже есть режим TWS. Я, честно говоря, не уверен, что много кто будет покупать колонки парами, но в комментариях мне часто спрашивают, а как же там звучит стерео в таких колонках? Так вот, я вам сразу скажу. Полноценного стерео, да, здесь стоит два динамика, они излучают разные звуки, левый и правый канал. Тут стерео полноценное. Но вот стереоэффект, как таковой, вам услышать будет очень тяжело, потому что фактическое расстояние между динамиками совсем небольшое. И теперь смотрите соотношение. Допустим, вы поставили этот динамик на расстоянии 2 метров от себя, а между самим левым и правым каналом расстояние, ну, буквально 10-15 сантиметров. Как вы думаете, с расстояния 2 метров вы заметите разницу вот в источнике звука, находящихся друг от друга на расстоянии 10-15 сантиметров? Я думаю, нет. Поэтому, если хочется действительно прям полноценного стерео, то придется раскошелиться на вторую такую же колонку и соединить их с помощью ТВС. Ну ладно, что-то я заговорился о функционале. Давайте посмотрим сзади. Сзади у нас имеется офигенная резиновая заглушка. Посмотрите, какая она толстая. Она очень прикольная. И, кстати, это не просто так, почему она такая толстая. Дело в том, что эта колонка имеет вот
водозащиту по стандарту IPX5, а значит, она не боится, ну, как минимум, брызг. Погружать воду, конечно же, я бы ее не рекомендовал, тем более, видно, тут соединительные элементы, швы по корпусу. Это явно все не предназначено для того, чтобы колонку окунать в воду. Но защита от брызг, или, скажем, вы слушаете музыку, внезапно пошел дождь, то вы спокойно можете колонку спрятать от непогоды. Итак, сзади у нас за заглушкой прячется порт для зарядки. Обычный USB-порт для того, чтобы можно было подключить флешку. Слот для карточек формата microSD и AUX-аудио вход. По функционалу. Данная колонка оснащена модулем Bluetooth 5.0. К сожалению, никаких APTX-ов и подобного нет, но чем богато, тем и рады. Зато есть встроенный приемник FM-радио, есть AUX-аудиовход, воспроизведение музыки с USB-накопителей из карточек формата microSD. И казалось бы, что еще нужно вообще в принципе от такой недорогой колонки? Касательно мощности, я уже сказал, это 20 Вт, которые получается путем складывания максимально допустимой мощности каждого из динамиков, 2 по 10 равно 20, такая вот простая математика. Еще из цифр, встроенный аккумулятор имеет емкость 3000 мАч при 3,7 вольтах. Это немного, откровенно говоря, тем не менее, при тесте, вот недавно я тестирую колонку, сказал, что она легкая, и можно было бы, скажем так, пожертвовать весом в угоду более емкого аккумулятора. Но вот эта колонка, я бы не сказал, что она прям легкая, для своих размеров она такая прям достаточно увесистая. То есть ее утяжелять уже я бы не стал. Тем не менее, этого аккумулятора емкостью 3000 мАч, по заверениям производителя, хватает всего лишь на 5 часов работы. И я бы не сказал, что это много, потому что 5 часов, ну, это 5 часов. По факту, скорее всего, при использовании колонки на очень высокой громкости, время автономного работы, скорее всего, будет где-то в районе 3,5-4 часов. Опять же, это немного. Хотелось бы побольше, но хотя бы в районе, там, скажем, часов 8, еще бы хорошо 10. Но, конечно же, нивелирует это тот факт, что колонка заряжается от обычного USB-порта, поэтому ничто не мешает вам подключить ее к пауэрбанку в нужное вам время и слушать музыку. Да, пару слов о подсветке. Она светодиодная, там стоит два светодиода разноцветных, если быть точным, то, по-моему, трехцветные. И вот, как вы сами видите, цвета переливаются, красиво светят. В общем, такая светомузыка. Если вдруг вам это не надо, можно зажать кнопочку M, и подсветка отключится. Если подсветка нужна, можно, соответственно, ее назад включить. Итак, давайте колонку послушаем, ну а потом я выскажу свои личные впечатления. Thank you.
Что касается качества звука, то скажу так. Звучание в целом мне понравилось. Что касается басов, то, к моему сожалению, они есть, они объемные, но они не такие глубокие и мощные, как, скажем, у мегапопулярного бренда производителей Bluetooth-колонок. Надо добавить, что максимальная громкость действительно очень высокая, колонка действительно жарит на свои 20 Вт. И хотелось бы отметить, что, в принципе, высокие частоты неплохие, средние неплохие, но на максимальной громкости в области высоких частот мне лично слышатся какие-то искажения. Поэтому, если хотите звук максимально сбалансированный и без искажений, то все-таки придется на 1-2 деления громкость опустить. Итак, резюмируем. Что же мы получаем по итогу? Водозащиту по стандарту IPX5, Bluetooth 5 версии, достаточно богатый функционал, FM-радио, воспроизведение музыки, снежных накопителей, AUX-аудиовход. В общем, есть, в принципе, все, что только можно пожелать. Также в достоинство можно записать разноцветную подсветку, может быть, кому-то она нужна. И в недостатке я бы все-таки записал не очень большое время автономной работы. Все-таки 4-5 часов это не так много, как хотелось бы. Но самое главное, это, конечно же, цена. Стоит эта колонка всего лишь в районе 2500-3000 рублей. Ну, по крайней мере, на сайте beru.ru она стоит 2700 рублей. Много это или мало? На мой взгляд, это совсем немного за такую колонку, за такой функционал. Конечно же, она не обладает супер идеальным качеством звука, но, как я уже сказал, функционал более чем отличный, автономность нормальная. И, в принципе, ну что еще можно пожелать за эти деньги? Да, на мой взгляд, больше ничего. Свое мнение, конечно же, как всегда, пишите в комментариях. На этом, пожалуй, все. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, жмакать на колокольчики. Вы сами прекрасно знаете, что нужно делать. Ну, а меня по-прежнему зовут Максим. Вы смотрели hp.ru. Всем пока!